mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers hold my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Мин. В сегодняшнем видео я вам расскажу и даже покажу, как открыть все достижения на различные игры в Steam. Все очень просто. Для того, чтобы открыть ачивки, нужен специальный софт. На просторе интернета вы можете на любом найти форуме, сайте и так далее. Я никого не заставляю качать и так далее, просто выложу ссылку в описании под видео о том, что полное описание, как открывать достижения, и тут есть ссылочка внизу на скачивание данного софта. Как выглядит данный процесс, я сейчас покажу. Посмотрим, что все достижения, правда, открываются. Буквально я открывал на днях. Вот, все открыл, ничего не случилось с аккаунтом, потому что были такие моменты, что люди как бы получали баны. Ну, я считаю, это полный бред. Ну, 50 на 50, конечно, что вы можете получить баны, не можете. Я такое слышал, что Valve, в принципе, разрешили такие ачивки. Вот, видите, CSGO, и сам я открыл 150 достижений, остальное я уже ачивками. Вот, также Left 4 Dead и Mafia где-то там. В общем, я оставлю, еще раз повторюсь, ссылку на форум, где вы полностью прочитаете, как происходит данный процесс. Но я вам покажу. Качаем вот такой архивчик. Выключить желательно антивирусник, хотя Касперский у меня, по сути, не ругается на него. Все нормально. Итак, запускаем архив, и тут у вас три файлика. Ничего не разархивируем, просто запускаем второй файлик, ну, можно сказать, средний. Жду, когда он запустится у меня. Вот. Вот, да, в принципе, вот выглядит данный софт. В данном окошке вы выбираете игру. Выбрали игру. Ну, у меня это будет, ну, не знаю, давайте Alan Wake. Жмем на Alan Wake. Смотрим. Видите, вот достижения, описание их. Вот, которые без галочки, это закрытые достижения. Да, закрытые. Которые с галочками, это уже открытые. Итак, как их открыть? Чтобы их открыть, жмем на вот такой замочек Unlock All Achievements. Жмем. То есть они все выделяются. И жмем Store. Видите, вам пишет Information, траля-ля, что они должны, по сути, сейчас открыться. Ну вот, мне пишет, что все, как бы они открыты. Ну, зайдем даже как можно чекнуть. Открыли нам достижение. Вот, Alan Wake. Видим, вы получили 67 и 67 достижений. То есть, ачивки полностью работают. Конечно, я советую вам юзать все в разумных целях. Как-никак, чуть-чуть меня выкинуло в CSGO. Они открылись у меня там. Вот, юзать их разумно, так как все равно есть такое маленькое палево, могут какие-то быть проблемы у вас с аккаунтом. Ну, я сомневаюсь, конечно, но все-таки будьте поаккуратнее и юзайте в разумных целях эту ачивку. Скачать вы также сможете на форуме, который я выложу ссылку в описании, и можете пользоваться. В принципе, все, что я хотел показать и рассказать вам, я уже это сделал. Дальше вы сами решайте. Качать, не качать, пользоваться, не пользоваться. Все, в принципе. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пока.